Я начну с эпохи реформации и просвещения. Хочется сказать, что активисты в это время боролись за раскрепощение людей, вот, как-то пытались сделать людей грамотными, и они считали, что человек, научившийся читать, будет читать Библию или какие-то духовные книги, развивающие личность. И действительно, на протяжении какого-то времени люди, которые умели читать, в основном читали Библию. В конце 19 века, начале 20-го появились таблоиды, и остался вот этот класс, да, людей, которые, может быть, им в школе и в университетах их заставляли читать клерикальные истории какие-то, но стали появляться таблоиды, и люди... Появилась какая-то альтернатива чтению. Современное информационное общество, которым, в принципе, которое уже существует, очень много информации появляется, и качественной, и некачественной. Хочется сказать про социальные сети, ту статистику, которую я нашел. В развитых индустриальных странах пользователи социальных сетей проводят 22% времени от общего времени в онлайн. Вот. Количество пользователей более 65 лет увеличивается каждым годом на 100%. Facebook насчитывает 750 миллионов пользователей, Twitter – 300. Нашел такое интересное исследование в Twitter, показалось, что около 50% всей информации на этой платформе является либо бессмысленной болтовней, или рекламой, или селф-промоушеном. Первый вопрос я, наверное, задам Насте. Хочу у нее узнать, какие фильтры она использует информационные. Бывает эмоциональная перегрузка, в принципе, плохих новостей, например. И тогда я просто практикую неделю, я вообще, в принципе, пролистываю все новости любые и занимаюсь только там рабочими какими-то делами. А все, что происходит вовне, я это отключаю, и тогда как-то восстанавливаются силы, и можно уже двигаться дальше. Какими источниками информации вы пользуетесь постоянно, ну, чтобы понять общее мнение, и каким вы больше доверяете? Здесь два вопроса. Как способ получения информации, да, это лента Facebook, лента Twitter, но я их более-менее разделила, где такие новости официальные, а где новости, ну, такие более развлекательные. Google Reader, а из источников, которым я именно доверяю, вот как бренд, да, Радио Эхо Москвы, хотя я тоже не езжу на машине, но я скачиваю какие-то программы. Причем в Твиттере есть полезная вещь, когда новости перестают быть актуальными, они просто не загружаются в таймлайн, вот, и ты их просто не читаешь. А, соответственно, для как бы профессиональной области это Яндекс.Лента. Туда приходит там RSS со всяких блогов. А вот, например, в Фейсбуке и ВКонтакте очень полезна кнопка крестика, где я закрываю, просто удаляю все посты, которые мне неинтересны, и там фактически лента, ну, очень скудная. Объединяя вот эти вот личные блоги и средства массовой информации, которые и те, и другие можно читать в Твиттере, как в наиболее экономном формате, мы понимаем, что перед нами бренды. Действительно, бренды, как Toyota, как там, не знаю, Bauhaus, там все что угодно. Финальная точка в этом фильтре ставится, когда мы начинаем изучать историю брендов. Вот когда мы понимаем,
как этот бренд складывался, какая история у этого человека, чего он хочет от жизни, значит, на кого он работает и так далее. После этого мы получаем глубокий, хороший, короткий, емкий фильтр. Звучит это, конечно, хорошо, но для молодого человека, который смотрит телевизор, он смотрит яркие картинки. Я не думаю, кстати, вот вы знаете, вот это, кстати, еще один момент такой, был всем известный Маршал Маклюин, который в конце 70-х годов, 80-х, всем рассказывал, что текст умер. Текст умер, и останется только аудиовизуальная культура, и все будут смотреть картинки. Но... Гипертекст тоже он оставлял как возможно. Ну, гипертекст, туда будут встроены тоже картинки, туда тоже будут встроены какие-то веселые развлечения, но в реальности сейчас жив только текст. И мы с вами все это прекрасно видим. Потому что, ну а что такое Facebook, это что такое? Это текст, а Twitter что такое? В Твиттере это вообще чистейший текст. Это просто любой там средневековый скриптор, он завидовался бы, потому что ему там не нужно уже никаких украшений делать. Это просто текст и текстовые ссылки. И здесь есть такой вот статистический убойный аргумент. В 2005 году американский подросток среднестатистически отправлял сколько-то десятков или чуть ли не сотен смс, я сейчас точную цифру не помню. Да? Это случилось через сколько? 25 лет после того, как Маклюин провозгласил, что текст умирает. Поэтому мне не кажется, что все нет, смотрят... У кого еще какие есть варианты, кроме рефлексии? Я бы хотел, быть может, немножко на шаг назад вернуться. Угу. Вот мы вспоминали Шинона и Хартли, его товарищи и так далее. Но необходимо вспомнить, что фактически такая теория информации математическая, можно сказать, практически завершилась Харкевичем. Он говорил очень простую вещь. Он говорил, что информация – то, что изменяет вероятность достижения цели. То есть, если вы идете по улице, спрашиваете кого-то, как пройти библиотеку, он говорит, что у Сатурна есть кольца, вероятность достижения вами библиотеки не меняется, соответственно, информацию вы не получили. Необходимо, конечно, понимать, что человек это сложная система, одновременно преследует целый ряд целей. Кирилл, в общем-то, гениально сказал о фильтре. Ты смотришь на корни, понимаешь логику развития этого бренда, то есть ты читаешь, грубо говоря, историю блога Навального, ты понимаешь целеполагание. Зная целеполагание, зная причины высказываний, ты фильтруешь информацию дальше. Тут еще есть, правда, момент, когда человек подписан на поток, и он подписан ради того, чтобы быть в потоке. Есть такие, сейчас, есть такие люди, которых называют прокрастинаторами. Вот. Не люди, а население планеты. Да, вот. Я, кстати, хочу культурологу этот вопрос направить. Вот, ты этих людей наблюдаешь, прокрастинаторы, кто они вообще такие? Я им не являюсь. Отлично, отлично. Кто это такие и какое у них будущее такое? Прокрастинация – это, как я сейчас понимаю, мне раньше было стыдно. Но теперь я понимаю, что это гениальный экологический механизм, который позволяет не делать того, что ты не хочешь делать. Для человека вот как бы в медиа, да, который вынужден, как любой бренд, поставлять потоки текстов еженедельно там, и там, в прошлом ежедневно, для меня отказ от действия, я теперь ловлю эти моменты и ценю прокрастинации, потому что это значит, что то, что я откладываю, как бы сделанное, то, что я собираюсь сделать, но не делаю, делать, скорее всего, не надо. Такой фильтр получается. Да, это идеально, если прислушаться вот как бы к этому шуму прокрастинации, то поймешь, что в принципе, ну вот ты сделаешь то, что ты рано или поздно. Отлично, мне не было, наступило бы явный кризис перепроизводства такой. Да. Это постоянно именно перепроизводство, да, тех же текстов там. Ну чем занимаются? Чем мы занимаемся все? Да, производство лишнего. Илья, обсуждение. У прокрастинаторов один путь к смерти. И это гораздо хуже, чем когда-то было тогда, давно. Остальные до смерти уже. Потому что цели не первичны. И мы нашли такую методику, которая позволяет выйти на как бы базовый уровень, что является до целей. Да, я вот тоже думаю, что Валя, он молодец, такой хороший парень, в принципе, добившийся того, что он хотел добиться. Да, но он сформировавшийся личность, и когда он дает себе минуты прокрастинации, это просто как бы такая игра со своим умом. Я бы хотел добавить, у меня подруга, однокурсница, писала курсовую в свое время, как сейчас помню, за четвертый курс, потому почему люди за... сиживается в ночь, несмотря на то, что у них экзамен утром. И такое большое исследование, связанное на самом деле с прокрастинацией напрямую. И
выводом было, если в двух словах, следующее, что человек борется за собственную идентичность, за личное время. И он готов его высокой ценой покупать, потому что та жизнь, которая утром, она не совсем настоящая, потому что это жизнь личности, это жизнь по определенным планам, по целям, контакт с которыми этот человек, в принципе, теряет. И когда у него нарастает жажда просто побыть самим собой, пускай даже при этом играя в сапера, он готов жертвовать в том числе тем, что он там экзамен может не знать или еще что-то. Поэтому, почему теряет? А когда он играет в Angry Birds, он является самим собой? Безусловно, конечно. Angry Birds — это вообще главный инструмент моей идентификации. Да, из мира вот этого рацио, постоянно все более усложняющегося, с кучей фильтров, с большим количеством слоев, с целями, с тайм-менеджментом, с пенсионными фондами. Но это к чему? К тому, что вся вот эта рациональная структура, видимо, в какой-то момент просто что-то живое в человеке истощает и ставит под удар. Он начинает играть в Angry Birds, потому что в этот момент с ним происходит хаос, все это успокаивается, что-то вроде такого сна. Нет, ну я вообще могу просто, если коротко сказать, в двух словах, это все мифы. Вот просто все, что вот вы сейчас сказали, вот вы сначала, потом вы, это все мифы вообще. Ты Могу каждый, я просто не хочу на себя как сидеть здесь и вот с каждым человеком спорить, которого я слышу, да? Но я могу это сделать, то есть вот по всем пунктам, которые были заявлены, я могу сказать, что все это мифы. То есть есть не мифы? Ну да. А могли бы вы привести пример не миф? Ну в какой области? Смотрите, вот это ближе тема о том, что человек скоро задохнется от избытка информации. Ну, тут надо просто понять, он в какой момент начал задыхаться, когда, может быть, письменность изобрели. Ведь смотрите, письменность — это что-то нечто совершенно неестественное. Понимаете, вы где-нибудь видели нормального, ну там, человека в природе, который пишет. Вы разрушаете миф. Мне очень любопытно узнать, неужели вы можете привести пример не мифов в области информации? Ну вот Шеннон хорошее дал определение, оно не мифологично, там оно довольно такое аксиоматично замкнутое в себе, но оно не мифологично, там нету мифов. Ну, то есть, что информация повышает или снижает неопределенность. Да, снижает неопределенность. Здесь нет мифа. А если две информации? Ну, значит, если это две полезные информации, дважды снижает неопределенность. Нет, она может сделать конфликт. Может. Вообще, я ближе к идее, что информация создает. То есть, собственно, каждый миф, он создает некоторый взгляд на реальность. Давайте послушаем даму нашу. И родители, и общество, социум, в котором мы находимся, он позволяет нам не захлебнуться в этом и как бы вытаскивает нас, давая нам какие-то инструменты, объясняя, как этими инструментами пользоваться. И, в общем-то, образование в некотором смысле, как мне кажется, да, она дает возможность фильтровать. Мне кажется, работа с источниками. Работа с источниками, абсолютно. Один из выходов. Проблема в том, что прокрастинация как раз возникает без подготовки. И когда человек обваливает, вот входит в этот информационный мир без подготовки, он действительно начинает читать бесцельно ленту и попадается на удочку. Он родился в этом мире. Что значит он готовится к тому, что это все на самом деле понятно, то что люди, которые рожденные в этом обществе, они адаптированы уже. Пусть есть какие-то проблемы. Вот проблема как раз состоит в том, что люди находятся на стадии невозможности действий. То есть они изучают, читают, смотрят, но сами боятся приступить к действию, прячась в соцсетях, читая книжки, пусть это смотря фильмы. Почему это происходит? Это миф, я первый сейчас скажу. Окей. Нет, но это миф, этот миф реальность. Нет, это не реальность абсолютно, это полная ерунда. Даже когда человек делает ретвит в Твиттере, это что, бездействие, по-вашему? Правда? Это действие не направлено на какое-то исполнение его желаний или еще что-то. Это во-первых. Да. Во-вторых, рынок труда очень сильно меняется. Сейчас нельзя сказать, что вот действие в том романтическом смысле, который ты вкладываешь в это слово, оно еще вообще релевантно для экономики мировой, понимаешь? Что такое действие? Подожди, может быть, ретвитнуть — это намного более эффективное действие, чем пойти и, скажем, починить
починить что-нибудь. Я не знаю, что там, чем нет сейчас. Мне кажется даже, что сейчас вот те информационные потоки и их количество, которые существуют, они наоборот позволяют больше действовать, потому что к тебе приходит эта информация, и ты понимаешь, окей, я могу взять там, сесть в машину и отвезти, но если ты просто сидишь там и ничего не делаешь, да, даже не листаешь эту ленту в Твиттере, ты не узнаешь о том, что твоя помощь может кому-то пригодиться. Это гораздо больше сподвигает людей на то, чтобы делать что-то хорошее или нехорошее. Формируются новые сообщества, да. То есть вы не верите в эту холодность, которая существует? Не, наоборот, как бы, мне кажется, я, может быть, буду мифически обобщать, но правда, у нас такой пошел как бы, пошел праздник мифов. Праздник мифов. Мне кажется, что вот как бы постепенно люди приходят к тому, что контент ничего не стоит, да, вот информация сама. А ивент, то есть события, мероприятия, стоит наоборот очень много. И собираться людям где-то намного важнее, чем потреблять. Вот как бы, ну, причем самый банальный пример. Информативный аргумент предъявляем самим фактом того, что мы сейчас здесь сидим. Да, это да, это, кстати, да. Вот самый банальный пример – это нытье звукозаписывающих компаний о том, что как ужасно, все воруют музыку, и бедным музыкантам приходится зарабатывать концерт. Да, да, это чудовищно. Это чудовищно, что музыкант выступает перед людьми. Это совершенно ужасный факт. Курбатов Андрей Всеволодович называет три фактора ложных ценностей. Ну, три вещи, которые можно определить. Они должны все три выполняться. Значит, ценность истины, если она повышает жизнеспособность, пою, устойчивость жизни. И, то есть устойчивость и качество жизни. Если хоть какое-то из этих трех вещей не выполняется, ценность считается ложной. Вот для меня одна из основных тем, которые предъявляют проблему с информацией подростков, обычно ощущение перенасыщения или не той информации, которая есть у подростков, эту проблему заявляют родители или какие-то другие люди, которые считают о том, что они являются экспертами по тому, какой информацией надо кого насыщать. И в этом отношении, ну, правда, родитель, подросток, в свою очередь, имеет моральное право также сообщить о неадекватности насыщения родителей информацией и готов их даже просветить в чем-то. Но, к сожалению, родителей, ну, или подростков нет этого статуса. А сейчас получается так, что там, прочитав какую-то книгу или даже там статью, эта информация, она очень быстро из тебя выветривается. Компания Boeing провела исследование, оказывается, что долгосрочная память вообще, значит, стирается, ухудшается. Краткосрочная память улучшается фантастически. Да, при этом, значит, человек все больше прокрастинирует, все больше откладывает на потом. Почему навыки охоты на мамонтов в современном мире вымирают? Да. И как нам с ними, как нам с этим жить и бороться, да? Так, позитивист, прошу не отвечать на провокационный вопрос. Когда у вас есть коммуникатор и там есть Google, вам не нужна та долгосрочная память, которая вам раньше... А тебя не беспокоит то, что ты не можешь ничего запомнить? Ты как что, сразу лезешь в телефон, там, набираешь Википедию? Кто же это такой? Почему меня должно беспокоить, что я не могу убить мамонта? Где вы видели этих мамонтов вообще? Дорогой мой, я как журналист тебе скажу, я счастлив, что мне не надо запоминать даты, потому что у меня всегда есть, черт подери, интернет и Википедия. Я счастлив, что у меня нет долгосрочной памяти. У людей очень скучная жизнь, им хочется, чтобы их пугали Доу Джонсом, календарем Майя, значит, глобальным потеплением, озоновой дырой, значит, там, не знаю, снежным человеком. Дальше по списку, извините, а как жить? Неправда. Разрушать всегда проще, чем строить. Показывается, что школа сгорела. Говорит, у нас же школа построилась. Нет, вы приходите к нам, когда она сгорит. Вот, тогда мы ее покажем. Разрушать гораздо проще, чем строить. А что журналистики? Но, слушайте, любой человек, который работал либо в пиаре, либо в журналистике, он знает, что негатив – это то, что всем интересно. Извините, если бы мы с вами тут сейчас бы, не знаю, устроили бы какую-нибудь там кровавую оргию вместо нашей скучной дискуссии, знаете, какой у нас рейтинг? У нас еще есть такая возможность. Работа в журнале «Сизонс», который никак не связан ни с политикой, ни с экономикой, ни с тем, что сгорела школа, а, в общем-то, о том, что жизнь прекрасна и удивительна, я наблюдаю
в общем, за 2 года, что я там работаю, в общем-то, рост интереса к информации, которая говорит о хорошем. Вот. Я при этом не отрицаю, что people have it, все вот ужасное, но я хочу отметить, что рост, он минимальный в масштабах вселенной, безусловно. Телеканал «Гоуш», правильно, журнал «Сизонс», есть вот такие вот локальные вещи. В основном это газета «Жизнь», понимаете, где вам всю правду рассказывают о том, как все устроено. Хорошая метафора, которую вы предложили про информационную диету, он влечет интересные решения. Например, понятно, что избыток пищи влечет проблему булимии, допустим. Но тут же есть ответ там, анорексии, когда там отказ от пищи, или диеты, там, лечебные голодания. И в этом отношении для меня вопрос информационной диеты или информационной всеядности, ну, в общем, есть ответ индивидуальное информационное меню. В ходе обсуждения пришли к тому, что информации много, она разная, она хаотическая. Кому-то хочется, чтобы она выстроилась, чтобы кто-то принял за них решение о том, что сказали, вот это уберите, настроили фильтры вместо них и так далее. Мне кажется, нужно просто нету локального и глобального, есть все вот это многообразие, которое наполняется нами. Например, я занимаюсь тем, что мне интересно. Мне кажется, человеку просто необходимо взять ответственность за свое собственное внимание, куда оно направлено, зачем и как. Потому что если он как флюгер болтается, то у него и тревоги будут, и куча всего. Прежде всего, то, чего я заметил, да, в получении информации, что не хватает личного такого действительно общения. Вот. Почему люди там ходят к психологу лично общаться, а не там по интернету или даже вот Skype, мне кажется, он не может так вот заменить. Людям не хватает, кроме еще легкой такой информации, еще обмена вербальной какой-то энергии. Вот, да, такой. И, наверное, это все, что я хочу сказать. Давайте поаплодируем себе. Всем спасибо. Да, всем спасибо.